Экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» прошла в городском округе Люберцы. В этот раз собрали более 5 тонн вторсырья. С каждым годом количество участников акции растет, а формат ее проведения меняется. Подробности в нашем сюжете. История сбора макулатуры началась в Советском Союзе. Газеты и пустые коробки несли на все предприятия и в школы. Такими же стройными рядами с перевязанными веревкой пачками старой бумаги идут школьники и в 21 веке. В Люберцах акцию «Сдай макулатуру, спаси дерево» проводят дважды в год – весной и осенью. Организаторы данного мероприятия начисляют экобаллы в зависимости от тоннажа с данной макулатуры. И на выигранные экобаллы мы выбираем саженцы, которые организаторы нам привозят, и мы сажаем на территориях округа. Региональный оператор по сбору и переработке вторсырья старается, чтобы акции проходили не только массово, но и увлекательно. В этот раз предложили сыграть в экофутбол. Так, говорят, легче понять, как правильно сортировать отходы. Наши ворота разделены как раз на серую часть, которая символизирует смешанные отходы, неперерабатываемые, и синяя, вторсырье. На каждом из мячей нанесен вид отхода, например, бумажный стаканчик или кожура от банана. И задача игрока попасть в правильное отверстие. Из переработанной макулатуры сделают строительные материалы, упаковку для продуктов или новую чистую бумагу. А женское сообщество «Нежный бизнес» доказало, что из мусора получаются и произведения искусства. Они организовали выставку картин, которые написаны не красками, а сделаны из бытовых отходов. Айтар Шчирагова, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.